Будет ли Ненецкий округ говорить на ненецком? Почему в регионе всего 10% представителей КМНС владеют родным языком? Что нужно сделать, чтобы вызвать интерес к национальной культуре у подрастающего поколения? Накануне эти проблемы обсудили за круглым столом во Дворце культуры «Арктика». С подробностями Любовь Пермякова. О том, насколько остро стоит сегодня проблема с ненецким языком в регионе, стало ясно сразу после первых выступлений участников круглого стола. И закон о ненецком языке, и многочисленные мероприятия, проводимые в рамках его сохранения, малоэффективны. Ведь большая часть коренного населения НАУ на своем языке просто не разговаривает. У нас было в 2002 году 2409 носителей языка по итогам переписи всероссийской. 2010 год у нас указали о том, что владеют родным языком только 750, это десятая доля, это 10% всего лишь. Ну а сегодня уже на дворе, можно сказать, почти 19-й год, уже прошло снова почти 10 лет. Вот. И мы, я думаю, что эти цифры будут очень не совсем радужные. По словам президента ассоциации ИСАВЭ Юрия Хатанзейского, нужно срочно принимать меры для реанимации языка. Во-первых, мероприятия, в первую очередь, должны быть не направлены не на изучение родного языка, а в первую очередь на повышение интереса подрастающего поколения. Вот для этого как раз и мое предложение по созданию комплексной программы по ненецкому языку относительно привлечения не только учреждений образования, в том числе учреждений культуры, наших муниципальных образований, работа во всех сферах, которые касаются наших жителей округа. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, сегодня за одним столом собрались представители государственной власти, образовательных учреждений и культуры, представители КМНС, общественной организации, которые выступили с конкретными предложениями. Необходимо создать терминно-орфографическую комиссию, организовать работу по продвижению ненецкого языка в электронном информационном пространстве. Например, создание электронных библиотек, словарей, энциклопедий, информационных материалов. В рекомендации круглых столов в числе задач обозначен вопрос об организации системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области средств массовой информации для использования ненецкого языка средств массовой информации в различных сферах деятельности в целях его сохранения, организовать работу по переводу на телевидении новостей бегущей строкой, предусмотреть услуги по синхронному переводу мероприятий, судебных решений, оказание услуг переводчиков в социальной сфере. Вообще проблемы сохранения ненецкого языка озвучиваются на территории НАУ уже более 40 лет. За это время проведено 1000 мероприятий, выпущено множество книг и методических пособий. Удачным примером может послужить уникальный журнал «Пунушка», который издает этнокультурный центр НАУ. Это единственное детское издание, где статьи о культуре родного края выпускаются как на ненецком, так и на русском языках. Журнал пользуется большим успехом. В доступной и интересной форме он рассказывает юным читателям о ненецком фольклоре, традициях, природе и животном мире Заполярья. Также ненецкому языку отведены две полосы в общественно-политической газете «Нарьяна Виндер». Родной язык изучают в 9 школах округа, а это более 500 обучающихся. Накопленный опыт и новые современные подходы, которые обсудили в рамках встречи, войдут в основу итогового документа круглого стола. Будут ли они эффективны, покажет время. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».